Я Бостанов Пиалан Исмаилович. Хочу рассказать историю своего прадедушки. Мой прадедушка Салпагаров Али Джамбалатович родился в Большом Карачае в 1910 году в ауле Карджунд. В семье он был самым младшим. Пока его отец содержал свой скот на арендованных землях у казаков, мой прадедушка приобщался к работе. Его старшая сестра Миккахан вышла замуж Малокарачаевский район за Тамбиева Хамида Хаджибекировича, который был одним из основателей села Терезе. Хамид Хаджибекирович являлся членом правления колхоза и предложил моему прадедушке вступить в колхоз. Он согласился и переехал в колхоз в Терезе. Там он женился на Джатуевой Кезам. У них было 5 детей. В то время, когда началась война, мой прадедушка работал в колхозе и имел бронь. Но когда призвали на фронт его племянника, то он записался вместо него. В 1941 году вместе со своими земляками Биджиевым Маликом Хаджибекировичем и Эркеновым Магомедом Умаровича отправился на фронт, погиб в Сталинградской битве. Родным пришла бумага, пропал без вести. Мой прадедушка погиб смертью храбрых. Это все, что я знаю о своем прадедушке касательно этой темы. Слава герою! Вечная слава!